Итак, 1 и 2 сентября все школы Каспийска будут взяты под круглосуточный контроль в целях безопасности. Об этом сообщили на заседании антитеррористической комиссии в Каспийске. Школы проверены на соблюдение пожарной безопасности и санитарных норм. Кроме того, горожан попросили быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных предметах как в зданиях учебных заведений, так и на улице. На встрече также обсудили профилактическую работу с лицами, отбывшими наказание за преступления террористического характера. В совещании приняло участие спикер Народного собрания республики Хизри Шихсаидов. История вообще города Каспийска говорит о том, что и теракты уже эти были, мы видели эти последствия. Это десятки смертей, ни в чем не повинных людей. Поэтому, когда мы занимаемся более активно этими вопросами, то угроза уменьшается. Как только мы успокаиваемся, расслабляемся, то эта угроза возрастает. Поэтому это самый главный важный вопрос – борьба с терроризмом и экстремизмом. Хотите его назовите религиозный, хотите не называйте – это преступление. И против преступления надо активно бороться и заниматься всем без исключения. И общественность, и муниципальным образованием.